Ты принес мне горе. Нет, не я. Сама судьба решила нас столкнуть. Бабушка не лжет. Я не говорю о лжи. Просто она ничего не знала о жизни твоей матери в то время. Я не хочу тебя ненавидеть. И не хочу вернуть в жизнь. И я не желаю тебя знать. Он не хочет на мне жениться. Ну и замечательно. Он тебя недостоин. Я его люблю. Ты так только думаешь. Он тебя просто ослепил. Но тебе нужно другое, Мария. И что мне нужно? Что? Опять ты? Я думал, ты больна. Была, но уже нет. Не хочу тебя видеть. Уйди. Уйди. Ты меня не убьешь? Нет. Сиси, дай мне шанс. Прочь из моей жизни. Убийца. Ты знаешь, я ее не убивал. Я был единственным, кто ее любил. Может, хватит уже? Послушай, если бы ты спросила меня, что такое любовь, я бы ответил. Грасиэла. Это любовь. С тех пор, как я встретил твою восхитительную маму, я не знал другой. Другой не существовал. Никогда. Постой. Опять собрался от меня сбежать? Нет. Ты решай, уйти мне или остаться. Ты не уйдешь, пока не расскажешь мне, что ты сделал с мамой. За что ты ее убил? Хватит. Что ты с ней сделал? Что? Ничего. Ничего я с ней не делал. Лучше спроси, что она сделала. Почему она разбила мне сердце? Превратила любовь в ненависть. Прости меня. Я не стану больше плакать. Не стану. Прости меня. Но я к тебе давно не равнодушен. Вернее, я влюблен в тебя. Что? Стираешь следы поцелуя? Ничего не было. Значит, я для тебя не существую? Нет. Существуешь? Да. Но кое о чем ты явно забыл. Я выхожу замуж. Не сбивай меня с толку. Прошу. Это слишком. Привет! Ты здесь? Ну, это же мое место работы. Но у тебя 3 дня больничного. Си, ты рехнулась? Хозяин подумает, что я лгун. Скажи ему, что я исцелилась чудесным образом. Никак, идти за кассу или нет?
Нет. Надевай костюм. Отлично. Я жажду танцевать. Надо же, она не возражает. Болезни явно на пользу. Не вижу в этом ничего хорошего. Она подавлена, грустит и сходит с ума. И все из этого типа ненормального, из этой компании. Ты ревнуешь? Он псих. Псих, зато какое, чего бы я не дала, чтобы быть с ним. Ката, ты мне поможешь? Сиси. Ты знаешь что? Марио от тебя без ума. Он уже тебя ревнует. Точно говорю. Значит, Гастон тебя бросил? Да. Забрал машину и укатил один. Кстати, отличные бутерброды, Ромео. Ну, самый обычный. Перестань, ничего особенного. Ты мне льстишь. Серьезно, обожаю салями и помидоры. Правда? Тогда скажу тебе секрет. Иногда мы с Франко затариваемся салями. Да. А я думал, он ест только икру с шампанским. Иногда мы покупаем на рынке кусок колбасы и едим его с пивом. Только так. Ну, оцените. Мои новые падла сальсы. Как вам нравится? С каждым разом все лучше. А тебе как? Это новое движение для диска? На дисках не бывает движений. Дорогая Челина. Дорогая Челина? Ну, надо же. Эх, видно, моя подруга была права, когда говорила мне по секрету. Челита, Челита, чтобы стать знаменитой, надо лечь в постель к режиссеру. Ты права. Да? Но Лало не режиссер. Но если на меня не смотрит шофер, то о каком режиссере идет речь? Раз так, Челита, тогда ты не там ищешь. Кто хозяин компании? Сеньор Франко. А кто шофер хозяин? Вы? Дорогу к моей постели сама найдешь? Номер не прошел. Значит, собрание отменить? Конечно. Это дело важнее, и более того, меня в офисе нет ни для кого. Ясно? А если позвонят с канала, вы просили их связать? Прикрой меня. Скажи им, например, что я на международном конгрессе по дискографии. Байгория не поверит. Тогда скажи ему, что я в отеле слушаю певицу. В это не поверит. Спасибо. Готова, Донни Бригида. Так что говорят мне карты? Пожарники? Не понимаю, о чем ты говоришь? Я только что тебе все по полочкам разложил. Есть группа, музыканты, в которой настоящие пожарники. А тебе не кажется, что это уж слишком, Гастон? Мне нравится. И думаю, проект ждет успех. Так что подумай, как лучше его начать. Это гол. Не в свои ли ворота? Один в свои, 10 в чужие. Ну ладно, я пошутил. Весьма дурно. Как там сериал? Веду переговоры. Скажи, что демо будет через месяц. Но мне нужен сюжет, тогда будет песня. Увидимся позже. Гастон. Что? Надо поговорить. О чем? О Сиси. Я же уже тебе говорил. Я не о Грациэле, а о ее дочери, моей крестнице. Какие-то проблемы? Будущее всегда видится туманным. Может быть, принести еще один светильник? Включить поярче свет? Нет, тише, сеньор Альберти. Я вижу, следующая неделя принесет вам финансовый успех. К
облегчение, потому что дела идут не так уж и гладко. Деньги вас порадуют. Но одна женщина... Да. Разумеется, это моя жена, которая постоянно дает мне поводы для беспокойства. Нет, нет. Это не ваша жена. Эта женщина пришла издалека. Она из мира иного. Танцуй! Да хватит! Что это с тобой? Упала. Что с тобой? Не видел, упала. Да, я видел. Вопрос, почему? Когда одна нога заплетается за другую, человек обычно падает. И отчего же твои ноги стали заплетаться? Си-си! 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 Это я! Марио! Твой друг! Не расскажешь, в чем дело? Послушай, об этой девочке заботится не только бабушка, но и я. И я обещала Грациэле, что буду защищать и беречь ее от любой опасности. Алисия. Нет, позволь мне закончить. Ладно. Раньше все было прекрасно. Сиси верила в то, что ее мама не страдала и что она была счастлива. Но появился ты. Возьми. Возьми. Спасибо. Ты знаешь, что я тебя люблю и уважаю, Гастон. Но Сиси моя крестница. И я не хочу, чтобы ты к ней снова приближался. Не смей ее больше тревожить. Разные дурные мысли не дают мне покоя, Марио. А ты поделись ими. Расскажи мне. Я готов тебе помочь. Ну что за мысли тебя беспокоят? О маме. И о папе. Я хочу знать, кто он. В этом мы похожи. Я тоже не знаю отца. Но забудь, Сиси. Сейчас речь о тебе. В чем дело? Я должна узнать, кто мой отец. Очень хочу. Да, я понимаю тебя, Сиси. Хотел бы я тебе помочь. Не надо мне помогать. Все хотят мне помочь. Но я всего лишь хочу знать правду. Ну почему сейчас? Столько лет жила, и она была тебе не нужна. Может, что-то случилось? Я была спокойна и ничего не спрашивала. Но теперь действительно кое-что случилось. Кое-что произошло. Этот тип, да? Да. Да, бабушка рассказала, что он сделал с мамой. И это разбило мне сердце. Мой мир рухнул. И ты пошла на кладбище. Что? Ты была на кладбище? Ты же никогда туда не ходила? Вот с этого все и началось. Да. Я долго плакала на могиле мамы. Мне так хотелось обнять ее. Сказать ей, мама, я буду танцевать. Как-то во сне она меня попросила заботиться о бабушке и о Гастоне.
Но почему она это просила, если он виноват в ее смерти? Что? Да, Марио. И вот после этого появилось то ужасное чувство. Я пыталась его позабыть, но не получается. Это ненависть. Это ненависть к ней. Сиси, как ты можешь так говорить? Как можно ненавидеть свою маму? Тебе лишь показалось. Ты забиваешь себе голову глупостями. Это просто глупости. И не надо обращать на них внимания. Отбрось их в сторону. Это не глупости. Да, Сиси. Это так. No te des manija con eso, Sisi. Я вспомнила ее объятия. Я так их обожала. Мама всегда меня обнимала. Она обнимала меня всегда. Крепко-крепко. Как котенка. Как маленького котенка. Она убила себя, когда мне было 3. Всего 3 года. И я осталась одна, считая, что она уснула. Она бросила меня. Бросила. Не говори так. Ну не надо, Сиси. Это не был несчастный случай. Или болезнь. Она сознательно меня бросила, понимаешь? Она страдала. Ты сама говорила об этом. Из-за Гастона. Страдания из-за Гастона оказались выше, чем любовь к дочери. Как же это еще понять? Сиси, она меня бросила. Твой отец звонил, он хотел что-то срочно обсудить. Но ты мне тоже нужен. Знаю, знаю, Мария Пиа. Да. Не думай, что я заставлю тебя жениться под дулом пистолета. Не твой стиль. Верно. Не хочешь, значит, не надо. Но я же не сказал нет. Ты ее не любишь. Пустые сомнения. Это плохо. Женщине нужно да или нет. А, несомнение, ты прав. Я ошибался. Все в порядке. Все мы бываем в растерянности, но лучше тебе сделать шаг навстречу. Говори с ней. Сейчас же пойду. Спасибо. Ты что здесь делаешь? Говорил с твоим сыном? Я тебя ждал. Надо поговорить. Ну, тогда пойдем. Thank you.
мне сказали правду. Правду. Она несет беду. Какая только муха тебя укусила. Перестань. Да что с тобой? Ты знаешь, что раз в неделю ко мне приходит Донья Бригида, мой персональный астролог, дает консультации. Да. Так вот, она сказала, что женщина уже у меня за спиной. За спиной. Представляешь? Ясно. Обычно они под или над тобой. Хватит, я серьезно. И это простая женщина. Она из мира иного. Это она. Она воплотилась в своей дочери и пришла мстить. Ну, что скажешь? Что с тобой? Ничего. Что за смех? Я серьезно. Убирайся отсюда сейчас же, ненормальный. Идиот. Идиот. Забавно. Что? Как жизнь играет людьми. Вот ты и твоя мама. Один случай. И я. Да. Я ведь тоже не знаю родителей. Не знаю, кто мои настоящие родители. Да, ты говорил, что тебя бросили. Да. Но я не сказал, что раз в месяц мне кто-то присылает деньги. Да, это зарплата. Да нет, помимо зарплаты. И кто же эта фея? Не знаю. Подозреваю, что кто-то родной. Но не знаю. Меня же бросили с рождения. Я жил в приемной семье. И с первого дня, каждый месяц, на машине приезжает сеньор и оставляет конверт. Но при одном условии, чтобы никто никогда не пытался выяснить, кто же посылает деньги. А разве тебе не было любопытно? Да нет, никогда. Думаешь, не пора узнать? Надеюсь, не помешал? Нет, проходи. Где твоя дочь? Моется. И знаешь что? Да. Не причиняй ей боль. Я и не собирался. Гастон, это правда ты? Да. Мария Пия, оденься. Ладно, вам лучше знать, что делать. Оставлю вас. Я скучала. Мне было больно. Больше так не делай. Мария Пия, я пришел извиниться. Я не должен был говорить тебе то, что сказал вчера. Ладно, все это уже не важно. Я хочу знать лишь одно. Что? Ты на мне женишься? Да. Как же я счастлива. Я очень довольна. Останешься на ужин? Я ужинаю с другой женщиной. Сестрой. Хотим поговорить по душам. Прости. Ладно. Тебе я прощу все.
Все хорошо? Точно? Конечно, хорошо. Посмотри на меня. Ты опять плакала. Нет, просто устала и не выспалась. Нет, иди сюда. Ты плакала. Да, но уже успокоилась. Надеюсь, тебе нельзя волноваться. Ты ведь сегодня поешь в клубе. Я помню. Ну, лучше уж напомнить, иногда ты забываешь. Держи моё. Зачем? Отметим. Ну и что же? Ты не слушаешь новости? Набука получил работу. Правда? Поздравляю! Молодец! И что же это за работа? У Гастона в фирме. Класс! И кем? Дискоразводителем. Я пока еще не знаю. А сколько платят? Не знаю. Да, такая работа и правда идеально подходит для Набуха. Какая же... Вечно ничего не знать! За что пьем? За жизнь. За жизнь. А может, за твою свадьбу? Или твою помолвку? Оставь Романа в покое. Он хороший. Собака тети Августины тоже хорошая, но это не повод на ней жениться. Знаешь, в чем проблема? В чем? Кажется, я не знаю, что такое любовь. Когда она придет, ты почувствуешь. И кто это говорит? Почему же ты тогда так долго ходил холостяком? Не веришь в брак? Не знаю. Лучше бы я был геем. А серьезно? Что тебя смущает? Скажи мне честно. Ты влюблен? Был. И сильно. А сейчас? Ты влюблен в Марию Пио? У меня мысль. Посидим немного в пабе. Ладно. Согласна. Но не думай, что отвертелся от ответа. Ты его знаешь? Да, немного. Итак, я жду ответа на мой вопрос. Это обязательно? Обязательно. Где я ее видела? Она моя крестница. Не приближайся к ней. Я серьезно, Гастон. Не смей ее больше тревожить. Эта девушка обвинила тебя в убийстве. Идем. Но... Идем. Vivir es para ti.
Эй, вы! Мне нравится песня или как я пою? И? Вы ответите? Вам не нравится песня, сеньор? Нравится. Жаль, а мне нет. Потому что ее написал лжец. А ты уверена, что его знаешь? Может, я его и не знаю. Но моя мать знала хорошо. Если вы тут останетесь, я не стану больше ее петь. Ты что, папа, кино не смотришь? Церемонию всегда надо репетировать. Дорогая, что может быть проще? Мы идем к алтарю, надевайте кольца, поцелуй и все. Бернардо, нельзя упустить множество мелочей. Ритм шага, момент выхода невесты. И прочее. Ладно, согласен. Я буду там. Тогда я пошла спать. Пока. И попробую убедить маму в том, что не все мужчины обманщики. Франко, надо поговорить. Ладно. Давай поговорим. По-моему, было бы ошибкой заставлять Гастона жениться. Он не любит Марию Пио. Ты веришь астрологам? Ты, может, и готов жениться на деньгах своей невесты, но твоему сыну это вовсе незачем тебе. А я и верю, и не верю. Но когда они говорят тебе, что за тобой стоит смерть, да, иной раз тебя дрожь пробирает до костей. Ты поломаешь Гастону всю жизнь. Знаешь, я не позволю больше Донни Бригиде приходить в офис. Вот что я сделаю. Отлично. А кто это Донья Бригида? В кои веки мы не ссоримся, говорим спокойно. Еще рано спать. Может быть... Поиграем немного? Поиграем? Изабель, у тебя холодные руки. Перестань. Ты не выпил таблетку? Все мужчины обманщики? Без исключений? А есть пример? Допустим, я. Я разбужу смехом весь квартал. Что опять начинаешь? Я думал, ты поняла, что у нас с Изабель ничего нет. Ладно, сейчас важнее другое. Что? Свадьба Марии Пии. Гастон ее не любит. Это плохо кончится. Прошу тебя. Дети не обязаны повторять путь родителей. Так здорово, что ты дал Набуко эту работу. Он хороший человек и надежный. И деньги ему не помешают. Они с Папином не платили за жилье 3 месяца. А сколько нужно? Я не знаю. Держи. Оплати долг. Но не говори, кто дал деньги. Как обычно, предпочитаешь не раскрывать свое имя? Да это не нужно. Подвеска с буквой «Г». Ты ее хранишь? У нее вторая. Знаю, вы купили их вдвоем, Грациела и Гастон. Выкинь ее, пожалуйста. Как я могу? Выброси ее! Что с тобой? Что случилось? Теперь и Алисия запретила мне подходить к Сиси. Ну и хорошо, да. Что?
И ты на их стороне? Да нет, что ты. Просто это причиняет боль всем. Гастон, на кухне дают вкусненькое, принести? Доживу до обеда. Вчера наелся, как зверь. Если назвать едой духовную пищу в пабе, если мне нужен будет психоаналитик, я тебе доплачу. Понял? Ты сделал, что я просил? Они сегодня же получат твой сюрприз. Едем в офис? Да нет, я поеду сам. Вчера... Все меня полдня пилили. Больше не дамся. Куда бабушка его дела? Сиси. Ничего? Ты рылась в ее вещах? Но она все-таки моя мама. Она моя дочь. Моя дочь. Бабушка, молчи. Уходи и больше сюда не входи. Пришел Марио, идем на работу. Что с тобой? Сама не понимаю. То люблю ее, то ненавижу. Кого? Я в ванну. Хорошо. И что же вы хотите мне продать? Новый проект фирмы Альберти. Все материалы здесь. Позвольте. Послушайте, дружище, если я не удостоверюсь во всем сам, я лучше сразу пойду. Ладно. И сколько же? Много. Сколько? Я сказал по телефону. Это будет выгодная сделка. Я дам вам половину того, что вы просите. Вы кусаете кормящую вас руку. Не то, чтобы это было плохо, но это вас не слишком красит. Ладно, согласен. Ударим по рукам. Ну что ж, все остались довольны. Удачная сделка. Поздравляю, Хавьер. Я вас тоже. Простите, могу я видеть владельца? Да. Спасибо. Простите. Я сейчас занят. Всего пара минут. Вчера у вас пела одна девушка. Да. Да, милашка, это Сиси. Можно взять ее телефон? Зачем? А вам не все равно? Послушай, красотуля, на колючку рыба не клюет. Понятно? Простите. Не могли бы вы дать мне ее телефон, пожалуйста? Не вини себя, если она рылась в вещах, ее надо было осадить. По-моему, я сделала это слишком грубо. Это вещи твоей дочери? А ты всегда была собственницей. Но Сиси моя внучка, не стоило кричать. Ну, сорвалась. Со всеми иногда такое случается. Сиси все равно тебя любит. Успокойся.
Хочешь чаю? Спасибо, но мне надо на работу. Ладно. Да. Это для Дуни Авроры. Нашел в ящике. Мне? Написано для Авроры, а вы тут одна Аврора. Что это? Аврора? Набуко и Папин больше вам не должны. Господи, я всегда знал, что ты воздашь за все. Ну что вы, наличными? Заходите, очень вкусно. Подержи. Ладно? Знаешь, мне не понравилось то, что было вчера. Тогда это тебе понравится еще меньше. Теперь ты просто неотразим. Настоящий мужчина. Может, острый кетчуп хоть немного приведет тебя в чувство? Может, еще горчицы? Алло? Кто это, говорите? Сиси? Ее нет. Мне надо поговорить с ней насчет контракта. Где ее найти? Думаю, она сейчас должна быть на улице, как гамбургер. Она что, продает гамбургеры? Да нет же, она не продает их. Она есть гамбургер. Могу дать адрес? Да, пишу. Как ты мог поставить такое огромное пятно? Ел гамбургер на ходу и слишком сильно его сжал. И держал минуту, да? Ну ладно, не важно. Сегодня у нас праздник. Какой? Бернардо сказал, что ты помирился с Марией Пией. Я рад. За меня или фирму? За обоих. Спасибо, что меня включил. Оставь это. Давай-ка пообедаем вместе и отметим это. Не сегодня. Дела. Пока. Гастон, скажи мне, а откуда ты знаешь девчонку, что устроила скандал? Пока. Ты вылила ему на рубашку кетчуп? Да. И это только начало. Я ему всю жизнь испорчу. Очень скоро с ним будет покончено. Будешь работать промоутером. Я тебя научу. Это значит рассказывать клиентам о продукции. И что говорить? Я тебя научу, не бойся. Гастон, спасибо. Ладно, теперь иди. И пусть Алисия зайдет. Хорошо? Ты меня звал? Алисия. Расскажи мне о Грациэле. Что с ней случилось? Ты знаешь, я не скажу. Я поклялась молчать. К черту все твои клятвы! Я хочу знать, почему она меня бросила!